Дорогие друзья, сестры и братья, подруги и други мои, я хочу искренне у вас попросить сегодня прощения. Все люди, с которыми я был знаком, с которыми мы общались, все люди, с которыми я мог в своей жизни поступить так или иначе, и те, которые могли на меня хоть в какой-то мере обидеться, я вас прошу прощения искренне и по-человечески. Простите меня, пожалуйста. Сегодня величайший праздник на Руси. Сегодня прощенное воскресенье. Простите меня, пожалуйста. Я вас уже простил. Пусть Бог вас простит. С прощенным воскресеньем. Матушка зима и подошла к концу. Вот и отпускают морозы. Oh,
Только вас, с праздником! Простите нас! Я вас уже простил давным-давно, пусть Бог вас простит, и вы меня простите. С каждым годом все краше и краше. Намного чище и просторнее стали ее площади, проспекты и улицы. Освобождена центральная площадь от торговых киосков, рядов, платформ, которые закрывали ее виды. Теперь смотрите деревья. Вот эти деревья были посажены в этом году, точнее в 16 году. И они снова зацветут по плану проекту 80-х, а точнее даже, наверное, 60-х годов, когда Москва была зеленая и цветущая. Буквально в прошлом году начался этот проект озеленения ее центральной части. Ну и не только центральной. Я жил в Коломенском парке, там точно так же завозят саженцы и озеленяют проспекты и улицы. Так что этой весной, дорогие друзья, вы увидите необычную, абсолютно и красивую девочку, молодую, юную и зеленую Москву. Приезжайте. Мы с вами на территории постоянно и будем показывать все, как есть на самом деле, без всяких преувеличений. Оставайтесь на канале Алексей Василькин, и мы продолжаем путешествие в последний день Масленицы по центру Москвы. И сейчас нас ожидают кулачные бои. Последний день сегодня, прощенное воскресенье. Гуляем, друзья.